Итак, ребята, всем привет! Black Desert или Black, хуй знает как читается правильно, не суть, важно. Только установил, только закачал, думаю, блин, нельзя пройти стороной такое МО, поэтому посмотрим, что из себя представляет. Поехали! Так, нажмем на, как говорится. Так, ввели пароль. Продолжаем. Пусть будет термик. Просто пиздец, смена канала тут. Ну, даже не знаю, почему-то вот на варах не играют. Не знаю, что такое вар. Но мне что-то кажется, тут медиа 4 должен быть нормальный сервак. Выбор персонажа. Создать. Совершенно верно. О, какой, блядь. Вот что ж какой, блядь. Том Круз, блядь. Лучница, воин, колдунья, варвар. Варвар, ау. О, здорово, блядь. Где был-то нахрен? Защита, атака, мистик. Больше в атаку уклонение. Атака, сложность. Атака, волшебник в атаку. Ну, конечно, будет варвар. Я думаю, это будет стандартно, банально. Ну, а хули. И тут мы попадаем куда-то в пиздец. Созвездие. Слон, повозка, печать, гоблин, ключ. Созвездие ключ. Молот. Черный дракон. Сова. Слон. Повозка. Печать. Гоблин. Ключ. Непонятно, зачем оно нужно, блядь. Вообще-то я вот к ключу, блядь, больше склоняюсь. Без понятия почему. Прическа. Понятно. Во, блядь. Я Растамана узнаю издалека. Рост, физис, корни. Лицо. Кожа.
Брови. Блять, можно как-нибудь убрать этот желтый цвет, блять? О, заебись. Вот старый, блядь, такой. С татуировкой, блядь. Нет, это какой-то пиздец, а не татуировка. О, шрамы. Черные такие, блядь. Тени. Глаза. Макияж. Форма лица. Мне больше чего, блядь, бесит, то что вот как убрать этот, блядь, голос. Нормально. О! Ебись. Мускулатура. Нормально такой. Блять. Ну как уже убрать? Вот, борода. Брежнев, блядь. Блядь, все какие-то они кучерявые, пиздец. Козлиную бородку сделаем. О, такую, блядь. Глаза должны быть красные. Заебись. Так, что у нас еще? Действие, поза. Батагу я, блядь, ты что такое, блядь? Заебись. На. Прикольно, блядь. Вот это будет, ладно.
Костюм ведь. Блин, как ты? Этот самый заебурский, я думаю. Освещение. 1, 6. Ну, один самый пиздатый. Так, ладно, все мы выбрали. Так. Итак, термик первого уровня. Доволен, блядь, веселый, что ли, пиздец. Ну что? Поехали, блядь. Погружаемся в мир. Что там, блядь, происходит? Да чувак не забежит. Северная равнина. Серенгии. Терма Каста. Опачки. Так, вот я и наконец. Ты здесь, кстати, а где здесь? Какого бодуна, блядь, проснулся?
Так, Саша. Что с тобой? Ты вообще можешь двигаться? Нажмите V для движения вперед. Походу кто-то с перегара проснулся. Так, что-то мне... Что за вверху вот эта вот херня? Ой, блядь. Так, чё-то пока ни хера не понятно.
Откройте инвентарь, выпейте. Как вы заебали орать-то? Встретиться с Игорем, блядь. Это, блядь, вверху хуета заебало, вот, честное слово. Этот талисман я добыл в Медее. Мою внучку мучают кошмары по ночам. Я думаю, это из-за него. Если вам так нужен этот камень. О, это нам очень поможет. Забирайте. Благодарю. Мы выясним причину кошмаров. А, Джаред? Буду очень благодарен. Принцесса Джаред отправилась исследовать пещеры. Не знаю, зачем. Откуда столько незнакомцев из Оливии? В нашем городе есть опытный инструктор и умелый кузнец. Принцесса Джаред явно не в восторге от нашей кухни. Лучше тренироваться на пугалах, чем самому стать пугалом. Встретиться с Авангардом Эвеном. Что справишься? Но откуда мне знать? Я изучал наследие древних по всему материку. Я специалист в своем деле. На словах вы все специалисты. Да и как ты справишься в одиночку? Я не один. Со мной эльф. Специалист по древним языкам и тоже опытный археолог. Видите ли, принцесса Джаред, наследница... Ну да. Очень сожалею, но мы не можем поручить вам дело подобной важности. Вы можете идти. Ну что ж. Вот этот камень я нашел в руинах Валенсии. Если вы сами разбираетесь в реликвиях. Не может быть. Это камень равновесия. По легенде, в него можно заключить силу тьмы. Не думал, что он... Этот ли камень искал Жардин? Хорошо. Поручаю исследование каменного зала вам. У вас неделя. Мои солдаты проводят вас до места. Мы увидимся раньше. Занесла же тебя сюда нелегкая.
Свет всегда сильнее тьмы. Опыт подсказывает решение. Я никогда не забываю, друзья. Опыт подсказывает решение. Всюду пустые бутылки. И нравится Крезусу это пойло. С другой стороны, есть на чем отрабатывать удары. Никогда не смогу привыкнуть к этому запаху. Оливию охраняет наша дружина. Края мне. Мы здесь для защиты мирных жителей. Нихера. Дружина. Здешние края мне в душе. Так, жук рогач.
Надо как системные сообщения отключить, это очень сильно раздражает. Первое задание – хорька убить, ёлки-палки. Блин, ну как же отключить эту херню-то? О! Наш канал. Thank you.
Заебало это светить хуйня, блядь, честное слово. Ну, блядь, хоть чем-то нас нашли, блядь. Вы заебали, блядь, с этой наградой.
Да. Прикольно, нажал на Т, он сам побежал. А ты можешь посидеть, попить пиво. Лошадь, лошадь, бегается. Походу я быстрее лошади бегу. П
Поберегись, лошадь. Конюх. Заебали вы всех навещать, нахуй. Я чё, блядь, бегаю здесь. С одним поговорить, с вторым поговорить. Да пошли вы в пизду. Хватит мне, конечно, ебло, блядь, я сделал. Довольный, блядь, дурачок, блядь. Заебал ты садиться. Поверьте мне, я говорю правду, не вру. Своими глазами видел их. Так где они? Пещера. Пещера Бевесов. Наши разведчики? В полной готовности. Пусть отправляются. Передай мой приказ. Есть. Не верю я, что все так просто. Клифф. Джон Клифф. Я думал, только врачи так пишут. На старости лет начинаешь ценить друзей. Я бы этому бесу с красным носом нос бы подкрутил. Я думал, только врачи так пишут. Армстронг обучит вас методом ведения боя. Я думал, только врачи так пишут. Ой, пиздец. Так, выучить охотиться в хищник это. Thank you.
Побежали, блядь. О, прибежали. Охуярь. Что это вообще такое? Ты правда хочешь, чтобы я это ела? Ваше высочество, прошу прощения, здесь не хибели. А то я не заметила. Скорее бы уже вернуться назад. Как же мне все надоело. Что за манеры? Что за манеры? Мне надоело нытье Клифа. Ничего не хочу слышать. Что за манеры? Что за манеры? Скорее. Thank you.
Что за манеры? Что за манеры? Даже тебя сюда нелегкая. Свет всегда сильнее тьмы. Опыт подсказывает решение. Эден, посмотри сюда. Что-то не так с реликвией? Это ты являешься причиной? Я ощущаю темную силу. И правда, камень равновесия пробудился. Может быть, вы что-нибудь знаете? Расскажите нам. Быть, вы принесли источник силы. Хватит. Состояние реликвии нестабильно. Нестабильно и опасно. Надо рассказать о случившемся.
Я думаю, на этом хватит. Я никогда не забываю. Занесла же тебя сюда нелегкая. Свет всегда сильнее тьмы. Не думай о будущем, не зная прошлого. Не суди, да не судим будешь. Эти окаменелости завораживают. Никто еще не знает. Опыт подсказывает решение. Интересно, а древние варили эль? Я никогда не забываю, друзья. Занесла же тебя сюда нелегкая. Так, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо, всем пока. Будем продолжать завтра качаться.